35-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана в Люберцах возложили цветы в память о павших воинах. Многие говорят, что это самая кровопролитная война после Великой Отечественной войны. Наших земляков, наших ребят ушло 700 человек, 700 воинов, которые защищали интересы нашей Родины. 28 наших земляков, наших ребят не вернулось с той войны. Минутой молчания возложением цветов к военному вертолету Ми-24 память погибших солдат почтили ветераны, представители администрации, депутаты и школьники. В Люберцах митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, которые выполняли воинский долг за пределами Отечества, проходит ежегодно. 15 февраля – это не только годовщина окончания афганской войны. В этот день вспоминают участников и других военных конфликтов, кому так и не суждено было вернуться на родину.